Этих четырех малышей сегодня закопали в городе грязи. Там строится завод, и когда засыпали траншею, их всех заживо засыпали землей. Мы их выкопали, ищем хозяев. Ты бежала за трактором? Ты просила не закапывать? Да, я бежала, просила не закапывать. В итоге мы их откапывали лопатой, и всех четверых откопали живыми. Где их мама? Их маму убили. А этих малышей, вот четверых этих малышей, сегодня похоронили заживо. Это город грязи. Это Липецкая область, которая славится своими живодерами. Как жить дальше в этом городе? Люди сволочи, разве так можно? Разве так можно? Они же жить хотят. Что они сделали? Что за тварь сидела за рулем трактора, который закапывал живых малышей? Что за нелюдь? Какая сволочь? Я не злой человек, но каждый раз, когда я вижу такое зверство, я хочу пожелать тому человеку, который сегодня вот так равнодушно закопал малышей. Я хочу, чтобы его однажды так же закопали. Живьем, гада!